добрым человеком, я себя считаю, потому что я делаю много добрых дел. Вот сейчас ездила, покормила белок, крысочек в Первомайском парке и птичек. Да, я добрый человек, я никого не обижаю. Могу девушке дверь открыть без проблем. Место уступить в автобусе? Конечно, место в автобусе уступлю. Я наверное, тоже. Себя считаю. Я тоже. Я помогал, это было вчера все равно. Я тоже маме вчера помогал вещи собирать. Я бабушке одной помогал сумки затащить. Кто же себя злым считает? Конечно, все считают себя добрым. Ну, все считают, я нет. Я очень плохой человек. Почему? Ну, не считаю себя таким, все. Не могу больше ничего не сказать. Мы помогаем ветеранам, пожилым людям, кошкам, собакам. Так что вот мы считаем себя, да, добрыми людьми. Да.